Видео. И у нас Элька сегодня после тренировки. Там где-то гном все ищет мясо, которое ему сегодня набросали. Сегодня гном был в наморднике. Мы же пообещали, что у гнома тоже есть намордник. Но мы уже сняли. С тобой Эльку все облюбовал. Где Тагир? Конкурент у него уже. Это наша Элька. А это у нее уже жених Став. Да? Ай, ай. Какие собачки. Какие собачки. Вот Рэм. Тоже в наморднике бедный, которому совершенно не нужен намордник. Это собака, которая со всеми дружественна и всех любит. Ну, ему сказали одеть намордник. Бессовестные люди. Он даже ему не... Да, ему даже не интересно. Вот посмотри, что... Вот тоже и... К Тагиру он бегает. Став он оказался, Келли, смотри. Не отходит от нее. Не отходит. А я отнесла в сумку. А он просто небезопасно, надо наблюдать, он ногти засовывает, может пальцы сломать. Джесси! Гном! Что ты, опять воруешь? И сядь, да, малыш! Малыш, гном! Нету у Андрюши еды, он уже все раздал другим бедным собачкам, голодным, как гном. Да, игрушка, да? У меня игрушка. Да не бойся! Не бойся! А игрушка щенками пахнет? Наверное, она низкая все равно для него. Гном, у тебя что, есть мясо? Зачем зовешь Дара? А тут вообще уже пара сформирована, видишь? Даже по размеру подходят. Не отходит от нее. Эля, Эля, у тебя жених. Да пусть ходит. Пусть ходит. Он тоже должен осваиваться. Да не, он как раз дружелюбный. Не, ну так он же ее обневесил уже. Уши понюхал. Став же занят, Став. Ой, Бигля бедного. Девочку Бигля маленькую. Но такая, как Эля возрастом. Чуть постарше, чем. Элька. Гномик вообще, у него крыша уже потекла. Он не понимает уже, лежать сегодня, стоять, сидеть. Он путает все, делает все подряд. Быстро-быстро дать мясо. Как перестали еду давать, вообще запутался бедный. То есть у него идет деградация. Дима говорит, я часто повторяю команды из-за того, что... Потому что он, я подхожу, он уже три раза то-то-то сделал, то-то. Ну дай же мясо, нет. Уже... Гном, нету там мяса. Малыш, нету там мяса. Нету, мой сладенький, мой сладенький мальчик. Самый мой любимый мальчик. А где наша Элька? Эля! Эля! Эля, ко мне! Ко мне, маленькая! Ко мне, девочка! Посмотрите, самая послушная собачка. Гном! Гном хотел телефон съесть. А вот этот приходил Эдик, который Сережа, он у него все команды уже делает. Кто-то ваши эти друзья? Передумали овчарку? Вообще даже нам не перезвонили. Мы хотели с ними собраться на выходные. Даже не перезвонили. Тани там, походу, это Катя там с тараканами. Насмотрелись, видать, интернета. Да Катя там, да. Я же говорю, она по финансово не решает. Но... Говорят, только с... У них до этого были овчарки. Они говорят, нет, только с вашего клуба. Взяли девочку, даже, говорит, и смотреть не стали. Вот так приехали, забрали и все.
Ну, я же говорю, он обратился с конкретными этими самыми. Я говорю, вот если тебе конкретные есть, как говорится, пожелания, вот, пожалуйста, человек. Ну, Катя же, как женщина всегда, наверное, полезла. Не, они там полезла. Интернетом себе голову задолбашили. Это люди есть такие, я их уже... Я их вижу, они когда только приходят, я уже их знаю, что они уже в интернет этот... Они его как стих наизусть выучили. Ну, как... И их переубедить уже как у нас. Очень сложно. Вот видят, что фотография сделана, он шкурастый бас, а потом смотрят, какой он настоящий. Нет, вот дайте мне того. А ничего, что у него капюшон опускается и поднимается. И когда он бежит, это уже другая собака, чем он стоит на фотографии. И одна со Львова мне так и сказала. Это не те собаки. Вот мне как у тебя нравятся. Ну вот и что ей сказать? Что это тот же гном, что это та же Эля, только сфотографированная так и так. Если я сфотографирую с этой стороны, с горизонта, будет одна собака. Если я сверху поняла, фотографирую, конечно, другая, да. Бади. Бади. Гномик, малыш. Малыш мой, а у меня мясо закончилось. Мой любимый мальчик. Ну ладно, да, так и быть. Молодец. Эля! О, точно, спасибо. Спасибо. Гномик, гномик. Ко мне. Молодец. Гномик, голос. Нет. Гномик, голос. Вот, 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 колбаска упала. Колбаска упала. Гномик. 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 Слышит, а не поймет где. Эля. Эля. Что на тебе этот заготовок облюбовал? Эля, ко мне. Эля. Ко мне. Ко мне, маленькая. Эля. Слышит, а не поймет где я. Элечка. Эля. Ой. Хорошо. Все, Эля поняла. Эля уже теперь команды не слушает. Она вообще не знает, чья она, кто ее родственники. Нет, она вот приколола ее гонять, это малявка. А, малявка, малявка старше ее по возрасту. Ну, маленький. Ну, да. И прикольно ее гонять. Ну, потому что вообще Эля долго как бы не была вот такой вот, не могла себя поставить. А тут Эдик, и он воспитывается с кошкой. И он стал ее постоянно опрокидывать. И тут Эля такая вспомнила, что она весом задавить может. Да, тут малыш мой, танцюрист. Танцюрист мой, да? Танцюрист. Ой, столбик гномик стоит. Смотри. Да, конечно, сосиска он была в руке. Да, вон она, сосиска что-то валяется. Тагирка. Тагирка молодец. Да. Так самое смешное, что я говорю, потом все равно на три... Вот, на три. Нельзя. А знаешь почему? Сосиски. Сосиски, да. Да, это страшный человек с сосисками. Гном! Зар, на тебе сыр. Когда-то у него Адам, тоже Бассет, подумал, что его пакет... А он, мы в машине везли его. Он пропахся весь гном. Гном знал, что это пакет его с мясом. Говядина, сыра, там килограмм 5 лежало. И тут... Такой Адам хотел пакетик. И я, когда первый раз увидела, что гном за пакет с мясом, вот так встал, как лев. Это ж твоя подружка, гном. У него уже есть жених. Да, ну это да. Да, и уже чуть не стал один жених. Правда, это хаски был. Интересно, получилась бы порода. Ну, так и выводили ж хаски из такого же, наверняка, лайки и все, ну, остальное, да. Что бы получилось? Хаски-овчарка? Ну, погугли, наверняка у кого-то уже. Я видела Бассета с Догом. Я видела Бассета, сейчас скажу, с Пимброком. Вот это, конечно, непередаваемое, что Пимброк же длинный. Гном! Отомстил! За яйца. Ну, Маш, Став за яйца схватил. Мы Став, потом лечили. У него потом уплотнение такое было. Как правильно, Лер? Бассет хаунд. Да.
Там вообще, когда выходили в Финляндии, гном отомстил, да? Нет, он мало мстит, надо их укусить, да опять же заняться. Не, ну он же без намордника пользуется. Что тот его цепанул, да. А он же, когда долго не ходил, став, его побежал встречать ко входу, понимаешь? И тот его сразу цепанул. Просто кличкой, Зара. Без камней. Эля! 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 Эля, гном! Молодцы! 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 Хорошо! Хар мои собаки, какие надо выключить хоть видео.